Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Гусенек, Крошка-Крошка, Пика, пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Наконец-то у нас выйдет очень классная рубрика на моем канале «Аниматроники пугают охранника» на новой карте FNAF 1. Если спеть, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать! Так, Гусенечек, давай проверять, как здесь работают двери. Подожди! Да все, ты там остаешься! Все, извини, ты должен как быть наживкой. А я тут... Смотри, у нас тут ключ есть. Ух ты. Так, сейчас, значит, мы пойдем, проверим, куда этот ключ можно применить. Мне кажется, для того, чтобы включать или отключать свет на генераторе. Ты успеешь, если что? Я тоже давай буду смотреть. Я успел закрыть двери. Мы сегодня очень хорошо играем. Мы сегодня самый опытный охранник на планете. Я буду с тобой здесь стоять. Молодец. Ладно, шучу, заходи. Да блин! Да ну дверь убийца, кстати, эта дверь убивает, это очень круто. Мы теперь можем аниматроников так убивать. Так, пока они вдвоем там ходят, я буду здесь палить. Так, Санечек, надо как-то попробовать этот ключ пойти применить. Фокси бежит. Вот идет аниматроник, так давайте пока ключ сюда положим, пусть лежит. Так, он просто стоит. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И залетайте в наш Дискорд, поорем. Вы видите, как это происходит? Гусенек, ты когда лобаешь брейк, у тебя камера в руках, ты руки не бросаешь от камеры. Блин. Ребята, лайкосик Саньку за танцы. Как всегда, он лобает брейк. Жесткий при том. Опа! Так, давай дверь открывать. Ай, бежит Фокси, блин, я еле успел! Это было очень близко. А! Ё-моё, я всрусь-то когда-то. Это трындец просто. Зачем так пугать? А ё-моё, а чё у меня скример смещен? У вас тоже смещены скримеры как-то? Да, ну нет, вроде. А у меня на левую сторону все скримеры смещены. Это какой-то баг. А ты... Ну блин, у меня жопа сейчас сгорит просто. Ну нафиг этого неадекватного человека. Да ну блин, мы с Гусеньком застряли. Ну блин, ребята, это сегодня тот ролик, где мы будем сильно-сильно страдать. Все, ну нафиг. Дверь закрыта. Дверь закрыта. Если они будут так убивать, через закрытую дверь я буду брать админский пистолет и мочить их очень сильно. Так. Поломанный Голден Фредди ушел. Я уже боюсь дверь открывать на самом деле. Давайте сейчас посмотрим, то точно никого нет. Ребята, очень сложно нам. Откуда? Да он, блин, через жопу телепортировался к нам. Я уже боюсь. Так, я беру ключ. Что? Чё у меня анимации зависают? Ребята, что с Гаррис Мод поломался от аниматроников. Короче, закрывай двери, заходи. Так, если сейчас они будут нас убивать через дверь, я беру админский пистолет. Опять ты здесь? Вы чё вообще мочите? Что это за бред? А как нам выжить? Это же невозможно. Готов? А, ладно, пока нет. Я готовлюсь. Теперь сюда, если кто-то попадет, я буду очень сильно наказывать. Ушел? Ушел. Давай на счет три раз. Блин, опять! Это какое-то издевательство, что ли, над нами? Или как это называется? Это я отомстил за те разы. Так, я хочу ключ показать подписчикам эту классную пиццерию. Смотрите, насколько круто она сделана. О, моя машина стоит. Фиолетовая? Ты что, да, я люблю. Тихо. Пингвин. Все нормально, не переживай. Так, выйти нельзя, пиццерия закрыта, надо быть... Я не понял, это что за вахханалия у нас творится сегодня? Я буду орать, понимаешь? Я буду сильно орать. Блин, а мы вообще-то ключ сможем применить? А где ключ? У тебя тоже шумит что-то? Да. Как он убил нас? Скажи, как?
не убил нас. А у меня скример этот вонючий. А, все. Да ты перестань. Блин, ребята, это прям сильно мощно и тяжело. Я просто это тут съел, пончик был на этом. Блин, на полу пончик лежал, ты его съел? Нет, на столе тут, ты чё, я с пола не ем. Да господи, блин, да какая-то ночь по сложности, ничего не понимаю. Седьмая. Как нам выжить, как? Седьмая, по всей видимости. Да нет, не седьмая. Самоликвидирование дверью, ребята, у нас. Орут, кричат, пердят, свистят. Окружили нас. Все, просто как дурачок орет. Давайте здесь посмотрим точно. А-а-а, спринтрап лазит. Я смотрю. Так, уползает. Убежал. Блин, да как... Я, ребята, очень сильно негативно отношусь к этому. Через дверь могу убить? Я знаю, что через дверь можно убивать, когда они будут очень близко возле меня стоять. А ну, гусеничек, отойди, чтобы я тебя не убил. Правильно, правильно! Вот так вот будет с каждым аниматроник. Продвигаемся к ключику. А где ключик? Здесь. Там уже кто-то умирает на микрофоне у кого-то. Так. Отлично. Есть. Так, вот я в этом месте. Да, без ключика не работает. Дима, иди ко мне в эти двери. Я жду тебя. Они не могут пройти. Я убил. Они проходят. Он даже уже здесь был у меня практически. Я буду максимально отбиваться. О, масонечек. Масончик. Я главное, что я вижу аниматроников, как они идут. Как? Блин, да как они убивают? Я не понимаю, как это работает. Ребят, это самая, наверное, жесточайшая... Ой, блин. Я могу сюда попасть? Смотри, тут есть какое-то место. Опа. Секреточка. Блин, да будет никаких секреток. Не сможем посмотреть, они мешают нам. Эта жопа застреет жирная во мне. О, слышишь? Закрывай. Давай. Так. Надо ключ донести, у нас миссия донести ключ. Ну мы должны по-любому проверить, что этот ключ делает. Но они не дают это сделать. О, а если я по ключу стрельну? А у нас что это за телепортирующий ключ? Я еще такого ни разу не видел. О, смотри. Давай ты мне будешь расчищать путь. Давай, я готов. Подожди, давай проверим перед тем, как расчищать путь. А там стоит солнце, он нас сразу убьет. Давай с этой стороны проверим. Блин, а здесь стоит эндовонючий скелет. У него уже новое имя появилось. А не ори тут на меня, чё орёшь? Крикун. Так, стоп. Я не вижу, там есть... Уходил солнце или не уходил? Ладно, все, ты готов? Да. Что? Как? Блин, да это невозможно, ребята, это очень сложно. Что это за сложная ночь? Я очень злюсь, очень сильно злюсь. Вперед, вперед. Быстрей! Блин, я всех убил! Я всех... Блин! Мне кажется, мы не сможем, гусеник, туда дойти. Сможем, сможем. Можем? Да. А где ключ? Он там остался. Но все, идем. Его. Почти, да. Идем, идем, идем. Главное, чтобы я опять не пристрелил тебя. Потому что я псих. Вот он. Бежим, бежим, бежим. Ой. Да блин, гусенек, извини, я не хотел. Я тебя жду здесь. Это я. Очень опасно, ребята, очень. Так обороняй. Да блин, да не убивать на расстоянии, ты понимаешь? Ой. Так. Я внизу. Все, ребята, мы смогли! Не смогли! Он ждал нас! Там, представляешь, он тупо сидел на полу и нас чекал. Да я не понимаю, это такую сложность. Что это вообще за... Кто такую сложность выставил? Это ж нереально, мы даже не можем высунуться, понимаете? Есть. Вперед, вперед, давай. Так.
Так, гусенек, ну куда ты пошел? Я же очищал путь. Я же расчищал путь. Мне кажется, мы не сможем. А где ключ почти? Там улетел где-то. Все, давай, ты с той стороны, я с этой стороны. Идем вместе. Ребята, жестко. Смотрите, как все разлетается по карте. Будет дверь закрыть? Блин, я себе бошку оторвал головой дверью. Гусенек, молодец. Я прорываюсь. Давай, 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 давай. Меня не убей только. Есть. Есть. Быстрей. Ой. Гусенек, молодец. Я иду, не убей меня, пожалуйста. Ну что, работает ключ? Нет, он просто так. Да блин. Это что, прикол разработчика? Мы этот ключ целых 1000 лет несли. Ой, мне что-то бульба на башке. Так. Аниматроники точно нас пугают сегодня. Все, закрывай. Закрывай, да, посмотрим, что они будут делать. Сейчас мы должны выжить по красоте. У нас ни камер, ничего нет. А может это гусанек и очень большая фишка, то, что на этой карте нет энергии. Понимаешь? Да. Все, мы теперь в безопасности, ребята. Теперь мы в домике. Давай слушать, где они идут. Внимательно. Туда его. Отлично. Кишки жопы. Ой. Ой, и ты. А, я думал, мы с тобой, ну, как бы в одной команде. Не, ну он просто возле тебя был и да. Так, как нам еще можно где-то зашкириться, чтобы можно было отбиваться? В туалете. О, идем в туалет. Ребята, мы здесь не сможем выжить. Только в туалет. Все, я в туалете, чекаю проход. Когда будешь идти, скажешь. Иду, 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 блин. Заходи. Скажешь, когда будешь подходить, я перестану стрелять. Иду, иду, иду. Давай. Все. Все, ребята, теперь мы выжили. Никак не смогут. Есть. Молодец. Вот он был. Не, в кабинке мы тогда не сможем отстреливаться. Давай спрячемся, может они нас не найдут. О, найдут, найдут. Вот эта башка деревянная пришла. Вот это мы жесткие. Ладно, я пока присяду на дорожку. Так, я слышу кого-то из них. Блин, у меня тут проблемы. Есть. У меня мутаз не работает. Господи, я сейчас, у меня жопа сейчас сгорит, как они нас убивают в этой серии. О, давайте проверим, можно на улицу вообще попасть? О, я на улице! А, тут улица не прогрузилась, там жопа. Мы в матрице находимся, отсюда никак не выбраться. Мы в ловушке. Блин, а здесь классно. У меня ключ есть, открою сейчас. А, ну я открываю. Отлично. Блин, я теперь вижу карту. Гусенек, я тебя вижу. Вот ты возле двери сейчас трешься. А можно дверь удалить? А ты ее открыла? Ее можно было... А, ты через мод... О, смотрите, пасхалочка, ребята. А, здесь тут просто чувак знает, лежит. А раньше здесь прям комната была. И чувак типа лежит, смотрит. Садись в тачку. Ой, тачка не настоящая. Ты обманул меня. Я тебя обманул. Все, давай, мы должны всех аниматроников убить. Отлично, есть. Отлично, даже по тебе здесь не попал. Здесь выживаем. Вот здесь мы выживем. Наш почему? Потому что, смотри, иди сюда. Иди, иди, смотри. Ага. Мы хитрые. Была тень видно. Это было просто. Да ты за... Ну, гусанек. Гусанечек. Ну, вы все лезете. Так, надо закрыться. Гусанек, держись, я в тебя верю. Ты сможешь продержаться очень долго. Да дай мне тоже как-то выжить, ну что за читерство? Я к ним со всей душой. Давай, ты ко мне должен пробраться. Ко мне давай. Да-да-да, сейчас. Блин, я хочу кое-что сделать, они мне не дают это сделать. Есть! Вот так будет с каждого аниматроника, кто нас будет убивать. Ребят, это была самая жесткая серия, которая была на нашем канале. Жестче еще никогда не было, это прям вообще имбово. Я даже хочу посмотреть, сколько раз мы с гусеньком умерли. По 30 раз. Понимаете, 30 раз убил аниматроник.
Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока.